io invece di rispondere come ho fatto questa difesa mi comune da un moccio sotto cartone presentare invece rancio invece si viene pure e non so che cosa mi sto che presentare sto caso non c'è la difesa come che si può fare una volta che ti giuro con moccio passi dopo non стремимся перестроить игру на современный лад, но вы так сказали, что высокий прессинг, то есть прессинг на чужой половине поля, он носил такой эпизодический характер. И я еще раз говорю, мы только стремимся наладить те игровые взаимоотношения, которые должны быть. И я думаю, я и после игры говорил, что у нас есть резерв, чтобы улучшить некоторые показатели. Я думаю, с каждым днем, с каждой игрой мы постараемся улучшать эти действия. Игра должна быть сбалансированная во всех фазах игры, как в атаке, так и в обороне, так и в переходах. Главное выполнить те наставления,
футболиста на футбольном поле. Завтра предстоит тяжелый матч, и молдавские болельщики явно желают позитивного результата, в том числе победы, наверное. Вот ответственность за результат, давление над командой. Ну, безусловно, давление. Чего же так говорить, и ответственность за результат, и мы прекрасно понимаем, что и болельщики дождаются результата. Руководители и простой народ, да, играть не на результат, это не спортивные дела, поэтому все будет построено ради его величества результата. А уж игра покажет, добьемся, мы должны сделать все возможное для результата. Господин Макин, что будет преобладать в ближайшем матче? Разрушение возможностей соперников и создание собственных. Спасибо. Ну, я неоднократно говорил, что футбол не может быть атакующим или оборонительным. Футбол это, он может быть только оборонительным. То есть сочетаться должны все моменты, и другое дело, как это получается, что дает сделать соперник, но поверьте мне, что без атакующей игры, оборонительные действия, они обречены все равно ошибку совершить, поэтому постараемся, насколько это возможно, насколько позволяет наши возможности сбалансировать игру в двух направлениях. Спросить вас, почему наша сборная играет в хорошем темпе, только первый раз сезон, потом сисису, то есть все равно вправо потом. И мы сыграли чуть-чуть больше, и во втором тайме, и в конце нашли силы прибавить. Но я не хотел бы сейчас распространяться на причинах этого. Мы пытаемся устранить причины этого. В дальнейшем будем с вами подводить итоги. Я конкретно заострю внимание на этих вопросах. Поэтому, вы понимаете, в футболе важны все виды подготовки. И в том числе и физическая подготовка. И все они очень важны. И если где-то что-то отстает, это сразу видно. Но на это есть, почему команды играют, на это есть объективные причины, которые мы пытаемся устранить. Времени, к сожалению, мало, но мы пытаемся это сделать и будем работать в этом направлении. Есть еще вопросы? Да. Насколько хорошо вы знаете сборную Турции? Возможно ли с их стороны практически все приезжать для вас? Спасибо. Ну, как каждый тренер, тренерский состав, мои коллеги, мы тщательно изучаем соперника, имеем информацию. Сказать, насколько мы хорошо знаем, но это сложно. Игра покажет. Можно отлично знать и составить хороший план, но все равно зависит реализации этого плана. Насколько удастся реализовать все наши задумки. Отсюда, наверное, будет и результат. Я во всех командах работал на результат.
олимпийский принцип участия меня не устраивает, я это сразу сказал и вам, и ребятам. И мы будем пытаться делать все возможное, чтобы идти к этому результату. Все ли игроки готовы, здоровы к завтрашнему матчу, или есть футболисты, чье выступление под знаком вопроса? Все, кто выйдет на футбольное поле, будут здоровы и готовы к игре на завтрашний день. Есть еще вопросы? Можно ли ожидать, что на после матча пресс-конференции вы будете реже произносить фразу «игра покажет» и будете более откровенными, поскольку соперник будет позади? Спасибо. Постараюсь. Я всегда был откровенен с соответствующей массовой информации, но вы должны меня понимать, есть вещи, которые можно докладывать, а есть вещи, которые мы обсуждаем внутри команды. Я вам сказал, что футболистов на прилюдно обсуждать не буду, а все остальные, все, что связано со мной и с игрой, постараюсь вам дать ту информацию, которая у меня созреет. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Сначала поговорили, что цель набрать 6 очков до конца. В каких матчах есть больше всего шансов набрать эти очки? Значит, цель у нас создать боеспособный коллектив, который будет решать задачи и конкурировать с лучшими командами Европы. Это первая степень. Цель турнирная, да. Мы ставим перед командой такую цель набрать 6 очков и к ней. И каждый матч мы не будем разделять матч, мы будем стремиться к этой цели. А получится у нас или нет, это уже мы обсудим с вами после этого. Добрый день. Все, что можно противопоставить, это слаженные команды действия, агрессивность как в обороне, так и в атаке, и желание добиться максимального результата, который возможно. Вопрос, Алексей, пожалуйста. Лишь скажите, не нарушил ли ваше психологическое состояние последний матч? Как вы сами оцениваете свои действия? Спасибо. Естественно, последний матч невозможно занести в против положительно, как три пропущенных мяча так могут оставлять положительное впечатление. И оценивая свои действия, я могу только сквозь, в первую очередь сквозь результаты матча. Если три пропущенные гола ставят, то я могу сбить гораздо больше. Еще вопрос, Алексей? Что я просто вот можешь выделить состав «Золотой»? Главный какой-то. Команда «Турция» снимает себе сверху, собирает очень, очень сложный коллектив. Команда, которая играет на достаточно высоком уровне. И мы в этом видели, когда играли в выездном матче. То есть выделять кого-то, я думаю, что будет не совсем корректно и правильно. В первую очередь, команда, которая может предложить нам очень скоростной техничный футбол, так что будет очень интересная игра. Вопросы? Алексей Кошин, да, пожалуйста. Пирс, скажите, пожалуйста, для вас это какие-то имеют значение, что соперники по стилю совершенно различные. То есть исландцы играли больше сверху, турки будут играть больше снизу и более мелкий паш для вас это существенно. Спасибо. В моем случае я не могу сказать, что у меня как-то кардинально игра меняется. То есть если исландцы делали упор на
было, но не в таком количестве. Но тот футбол, который пропагандирует турецкая команда, как по мне, он более предпочтительный. Он интересен, он живой. Еще вопросы, Алексей? Алексей, Türkleri yakında hatırlıyor, kulübünün başkanı bir Türk. Kulübünün başkanı bir Türk, Türkleri yakında hatırlıyor. Ama yeni hocanın yeni teknik direktörü gelmesiyle birlikte savunmada önünde oynayan oyuncular değişecek. Hem geçen sezon çok gol yemesine rağmen iyi performans ortaya koymuştu. Bu maçta savunma oyuncularının değişmesiyle kendi performansını etkilenip etkilenmeyeceği ilgili ve kulüp başkanıyla ilgili neler söyler? Конечно, я знаком с президентом команды, я понимаю, насколько для него это принципиальный важный матч. Мы говорили об этом матче в прошлый раз, когда была первая игра. Относительно состава вашей команды, то, что у вас есть возрастные игроки в команде, конечно, существенный плюс в вашу сторону. Но, как вы видели, что вопросы будут в основном игроки возрастные, а в нападении игроки помоложе. Это говорит о том, что защита – это как столбы, и они будут вести игру, а быстрые техничные нападающие будут стараться что-то сделать впереди. Естественно, мы будем